Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил, что накануне общался с главой Совета национальной безопасности и обороны Украины Андреем Порубием. В разговоре он предупредил его об ответственности за действия на востоке Украины. А сейчас Владимир Жириновский гость нашей студии. Владимир Вольфович, здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем прямо с этого разговора. Расскажите, почему вообще возникла идея позвонить Порубию и удовлетворены ли вы этой беседой? Ну, с самого начала, когда образовалось это вот руководящее звено новой власти на Украине, я попытался выйти на министра внутренних дел Сергея Борисовича Авакова. Ну, пару раз с ним переговорил, но еще не было силовых никаких даже наметок. Арсен, наверное. Да, Арсен. Угу. Да, Арсен Борисович, да. Вот. А сейчас я, в связи с тем, что начались уже какие-то силовые действия, люди, трупы там, убийства, много раненых, и используются мощнейшая военная техника, я пытался выйти на Турчинова, на Яценюка, значит, на Левайченко, то есть руководители, президент, исполняющий обязанности, премьер-министр, СБУ, для нас более понятно КГБ, МВД, и вот Министерство обороны, и вот шестой человек, это Порубий Андрей Владимирович, он оказался в кабинете. А вы звонили на личные телефоны, на мобильные? Нет, только в кабинет, в кабинет. И он давал интервью себя в кабинете. И так получилось, что журналисты услышали его разговор со мной, но больше услышали, конечно, то, что он говорил, поскольку там не было громкоговорящей связи. Я любого из них шестерых пытался найти и как-то повлиять, как представитель парламентской партии, фракция, старейшая партия. Ну и потом я знаю, что они как бы, ну, хорошо знают меня. Если позвонить Миронов, они могут не понять вообще, кто такой. Но Зюганов они еще знают, коммунист. Вот. Ну и я уже звонил Авакову, он, естественно, им докладывал, поэтому это уже, как говорится, стало известным. И вчера я Порубию сказал, ну что вы делаете, это же преступление международное. Вы бросили военную технику и людей, значит, ведь там нету напрямую украинской армии, но они по наводке из ЦРУ, армия будет где-то в оцеплении, внешнее кольцо стоять, если они попытаются какой-то город взять. А вот зачистка населения, силовые воздействия будут делать Национальная гвардия. Они ее собрали из правого сектора, отпетые головорезы, которых уже готовят несколько лет в лагерях. В Польше, в Литве, в чем и Польша, Литва будут отвечать в свое время перед другим трибуналом уже, типа Нюрнбергского. Но он пытался мне все сказать, что, мол, там русский спецназ действует, прячутся за спины детей и женщин. Вот все, что он мне говорил. Я ему говорю, уберите войска, что вы делаете, гибнут люди, кто... Это же преступление, что вас ждет пожизненное заключение, вся ваша хунта военная. А он одно и то же. Вот это вот, мол, все это вызвано действиями российских каких-то структур. Ну, это популярная версия. Ну да, вот они единственные, это, видимо, опять же, по наводке из ЦРУ. Вот. То есть там нет никаких, потому что мы видим это по телевизору. Там есть мужчины, жители этих городов. Луганск, может быть, там Харьков, Донецк. И они могут быть в униформе. Камуфляж продается на всех рынках. Поезжайте, берите его. Оружие можно получить, так сказать, во всех отделах полиции КГБ, на всей территории юга России. Поэтому здесь нет ничего того, что там есть вооруженные люди. Но вот эти ложные всякого рода измышления, что якобы... Владимир Владимирович, юга России, вы не оговорились? Юг Украины. Да, конечно. Я все время про Россию думаю, а слово Украина, это мне даже употреблять. А то, я боюсь, вас могут неправильно истолковать. Нет, нет. Юг Украины. Потому что мы редко об этом говорили. Мы говорили Киев, Киев. В этом случае даже предлагаю нашим журналистам использовать два термина. Киевская хунта, как та сторона, и русское движение сопротивления. Потому что их мы не можем назвать боевиками, боевики с отрицательным душком у нас, там в Сирии боевики, в Ливии боевики, в Афганистане. Вот. Они предлагают даже себя называть сопротивленцы. Вот, вот сегодня, например, в Луганске народное ополчение дали ультиматум губернатору Михаилу Болотских до вечера. Вот сегодня в Москве будет 8 вечера, а там будет 6 вечера. Вот до конца рабочего дня Болотских должен согласиться с тем, что он больше не подчиняется Киеву, и что Луганск, так сказать, действует самостоятельно, как отдельное, так сказать, территориальное
единица, и что вооруженные силы киевской хунты не должны применять оружие и, так сказать, действовать против народа. Если он так скажет, то он как бы станет уже одобренный народным ополчением Луганска губернатором. Если он так не скажет, то пойдет другой план. Видимо, будет смещение его, как киевского ставленника, коль скоро он не хочет перейти на сторону народа. И в Луганске тоже будет избран, так сказать, новый глава этого, этой территории. Да, мне кажется, что все это несколько начинает напоминать анархию. А Украина всегда была площадкой анархии. Это историческая площадка анархии. Возьмите, там, не знаю, 17 век. Там дружина, там гетман. То они под Польшей, то под Литвой, то турки, то с нами, то Австрия. Везде они. У них не было никогда территории и государства. Все, что сегодня они имеют, это им дал Ленин, Сталин и Хрущев. У них маленькая территория могла быть исконная Украина. Это Киев, Житомир, там Жмеренко, Хмельницкий, Кременчук, Полтава. Все. А все, что они сегодня имеют, это им с запада оторвали у Польши, Венгрии и Румынии. С востока отдали русский Донбасс, русскую Одессу. Это все города, созданные князем Потемкиным. Там не было вообще никогда Украины. Вот Днепропетровск, Херсон, Николаев. Это все города, которые создавала Россия. По указанию нашей императрицы Екатерины II. Конец 18 века. Вот мы взяли Крым в 1783 году. И теперь мы это... Уже нету набегов, нету угрозы с юга. Черное море уже практически освобождено от турок. И вот мы застраиваем это российскими городами. И назвали это Новороссия. Новая Россия. И Одесса была... сделали центром Новороссийской губернии или Малороссия. И город Новороссийск даже есть. То есть это никакого отношения к Украине. Это все подарки Ленина и Сталина. А Хрущев отдал Крым. Давайте вернемся на восток Украины. Как вы думаете, точка невозврата там уже пройдена? Или можно еще все-таки выйти из сложившейся ситуации мирным путем? Ну, они сейчас должны посмотреть на свои ресурсы. У них целые подразделения украинской армии, национальной армии, переходят на сторону, значит, народа. Когда они их направляют из центра Украины, допустим, вот они в Славянск вошли, военнослужащие, именно украинской армии, и подняли украинский флаг. Российский. Да, российский. Опять это. Российский флаг. Близкие народы, да, я понимаю. Да. То есть они перешли поднятием российского флага над воинской частью украинской национальной армии, они этим флагом показали жителям Славянска. Мы с вами. Мы переходим на сторону народа. Вот. Поэтому они практически на армию опираться не могут. И техника у них вся практически не функционирует. Я имею в виду вертолеты, самолеты, грузовики. Хотя есть там КАМАЗы используют гражданские. В основном это боевики. Боевики вот правого сектора, которых раньше готовили уже. Но они готовили просто как бы теоретически. Они не прошли какую-то боевую выучку реальной практики. Да, отдельные были из них, там человек 10-15 на Кавказе лет 10 назад. И немножко было у них в Грузии. А так в основном они мальчишки. Это как они, зорница у нас. Но, конечно, их, может быть, учили убивать, стрелять. И они озлоблены. Они считают нас как бы вот другим народом, другой страной. И идеологически подготовлены к борьбе за юг Украины, считая, что русские, проживающие там, так сказать, должны уйти или стать украинцами. В любом случае должны прекратить говорить по-русски. У нас 1 мая приближается, мы по традиции всех приглашаем на Пушкинскую площадь 12 часов. Вот там мы будем просить москвичей проявить более глубокие чувства солидарности со всеми народами русскими и украинцами на территории Украины. Потому что реально началось вооруженное столкновение уже. Это не криминальные маленькие группировки ночью там при захвате бензоколонки или там какое-то кафе при дороге, а брошенные вооруженные силы против жителей, мирных жителей городов Донецкой области, соседних регионов. То есть это дикость. Я поэтому спрашиваю. Страшные преступления. Это все-таки начало гражданской войны? В принципе, можно это квалифицировать. Почему? Потому что у нас, например, началась гражданская война с момента объявления террора красного против белых офицеров, чиновников. Как только было произведено убийство Гурицкого, шеф ВЧК
в Петербурге. Вот они объявили красный террор. Белые ответили белым террором. И пошла весь 18-й год, в основном с лета и с осени, весь 19-й и 20-й. Вот 3 года страшной гражданской войны, которая унесла миллионы жизней. То же самое Украина. Вот Майдан, они стоят с ноября по февраль. 4 месяца, оплаченные. Там есть и люди, которые действительно недовольны жизнью, они есть у всех. И там есть вот привезенные из Западной Украины националисты, радикалы, которые ненавидят все русское. Они и поляков ненавидят, и венгров, и немцев, и австрийцев. И, конечно, сейчас условия такие, что, возможно, венгры Закарпатье возьмут. Там люди в основном по-венгерски говорят. Значит, Буковина и, Бессарабия – это земли румынские. И польские земли – там Волынь, Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Ровно. Кстати, в Ровно у меня могилы моих предков там похоронены. Там моя фабрика в городе Костополе. Но, они потеряют еще это. Они не только потеряли Крым уже, они потеряют весь юг Украины. Молдавия потеряет Приднестровскую Молдавскую республику. И венгры обязательно заберут Закарпатье. Давайте обо всем по порядку, да. Потому что каждое из этих заявлений достойно того, чтобы его подробно обсудить. По поводу вашего предложения и ваших писем, которые вы направили руководителю восточноевропейских стран, поддержать референдум на Украине и способствовать их проведению с вопросом о воссоединении этих областей, которые вы перечислили, с этими странами. Официальный ответ какой-то был? Ну, они, так сказать, мы их просто информировали о нашей позиции. Мы не обращались там, к президенту Польши или к главе Венгрии или там, главе Румынии. Но мы в эти посольства 3 передали, польское, венгерское, румынское, они все передали в свое Министерство иностранных дел. И обещали ответить официально? И они, доложили руководителям Венгрии, Румынии и Польши. Но здесь их что останавливает? Если бы они не были членами НАТО, то уже бы польские танки шли бы на Львов, венгерские танки на Ужгород, румынские танки на Черновцы. Но они все члены НАТО. А НАТО – это Евросоюз. Евросоюз вместе с США занял позицию, чтобы не вмешиваться пока вот таким образом в западные регионы Украины, а спасать восток и юг Украины, поскольку там преимущественно русское население. Но общественное мнение и многие политические партии Польши, Венгрии и Румынии хотят возврата. Это действительно их земли. Мы эти земли были вынуждены по соглашению с Германией отобрать у немцев, чтобы немцев остановить дальше от советских границ. Но это действительно польские земли, венгерские и румынские. А восток Украины – это русские земли. И вот киевская власть, она может потерять все. И юг Украины, и запад. И остаться только вот Житомир, Жмеринка, там, не знаю, Полтава. Как помните, у Гоголя полтавские галушки? Я лет 30 назад приехал в Полтаву. Говорю, где галушки? Уже тогда никаких галушек не было. И сейчас ничего нет. Вы думаете, можно его назвать, наверное, разделом Украины, он способствует замирению и решению конфликта? Это единственное лечение, чтобы прекратилась смута внутренняя. Смута сегодня, анархия, чехарда. Она на этом основана. Запад не хочет с Востоком. Восток не приемлет правых радикалов Запада. Сам Киев не знает, с кем лучше быть ему, со Львовом или с Донецком. То есть везде вмешиваются олигархические структуры, которые всем платят. Ведь правого сектора не было. Он появился несколько месяцев, так сказать, там январь, февраль. Это все проплачено. Теми, как Порошенко, там, Ринат Ахметов, все эти вот там другие олигархи, которых там уже задерживают их там. То есть деньги брошены на это. Бесплатно никто не будет вставать на борьбу. Ни за что. Тем более, это длится уже 8 месяцев. Это впервые в истории Европы и мира. В Таиланде пошумели, все прекратилось. В Африке целая гражданская война. 2-3 месяца, все заканчивается. 2-3 недели. В Мали там 1 неделя. И все. А здесь уперто. Это вот Украина. Это вот черта характера этой территории. Кто там живет, это вот упертость. Это вот стоят и никуда не сдвинутся, так сказать. Поэтому, конечно, единственный способ – это возвращение земель тем странам, частью которых они были столетиями. Исконно, допустим, исконно польские земли, исконно румынские, венгерские, русские. И вот останется, когда Украина, и там будет жить 15 миллионов чисто украинцев, там все успокоится. Это будет как Сербия, как Болгария, как Словакия.
обычное восточноевропейское славянское государство. То есть, другими словами, вы считаете, что Донецкую, Луганскую, Харьковскую область нужно присоединить к России? Значит, еще Николаев и Херсон, и Одесса. Вот все 9 областей. Крым уже присоединен. Переберем дальше. Херсон идет, Николаев идет, Запорожье идет, Луганск идет, Днепропетровск, Харьков и, значит, Донецк. Все 8 южных областей нынешней Украины – это территория России. Надо вернуть эти земли в состав российского государства. И у правого сектора, у правых радикалов, в целом у всех националистов Украины исчезнет причина для столкновения, для трений, для беспокойства. И западные земли уйдут полякам, и не будет там годовщины, когда там вырезали поляки украинцев, украинцы поляков. Все, они живут в своих государствах. Венгры получат возможность воссоединиться, значит, с Закарпатьем, которое всегда было в составе Австро-Венгрии. А Венгрия была с Австрией столетиями, и Закарпатье было у них. И там есть небольшое население русины, они хотят жить с Россией. Это может быть потом отрегулировать. В Румынии партия «Великая Румыния». Они мечтают о возвращении Бессарабии и Буковины. А это черновцы. Никакого отношения к Украине не имеют. Но 45-й год мы получаем компенсацию за участие Румынии на стороне Гитлера. На первом этапе румыны были на Восточном фронте. Под Сталинградом были. В Крыму были румыны. В Одессе были. Захватили наш город Одессу. Поэтому Сталин и Черчилль согласился, и Рузвельт, что часть Румынии отошли к Советскому Союзу. Но земли это румынские. Пример с русинами можно действительно реализовать на практике, не так их много, да, как считается, то все-таки на востоке Украины значительный, я не знаю какой, но как, по крайней мере, нам пытаются представить, значительный процент населения высказывается за присоединение России, но есть и те, кто против. Что с этими людьми делалось? Большинство за. Когда говорят про кого-то против, это ложь. Я всю Украину прошел, еще при советской власти, и много раз бывал уже вот в нынешней новой Украине. Не только все восточные и южные области Украины хотят вернуться в состав России. Вся Украина хочет. Эти отморозки из Львова, там из Тернополя, Ивано-Франковска, это как у нас национал-большевики. Их кучка. Их 100 человек. 200 человек. Их тысячи не наберется. Остальное любопытные, которым хочется пострелять, там, их там наркотиками сдабривают, деньги дают, пошуметь. Молодежь любит бунт. Помните, у нас на Тверской они машины переворачивали, витрины били. Никакой войны, никаких проблем нету. Просто реклама была такая, что и поражение в футбольном матче, и собравшись в одном месте, молодежь взрывается. А здесь готовили специально, тренировали. Воспитывали учебниками истории, школой, вузами, газетами. Поэтому они в небольшом количестве. Даже там, на Западной Украине, если провести полностью свободный референдум, все хотят вернуться в состав России. Им навязывали насильственно украинский язык. Они все прекрасно говорят по-русски, но их запугивают. А Восток, Юг 100%. Они уже вывешивают русские флаги. И там нету, это там... как провокаторов могут показать интервью, там Одессит сказал, из Донецка, якобы он хочет, чтобы эти территории оставались в составе Украины. Это подставные, это созданный какой-то рекламный ролик, но вся, весь юг и восток Украины только чтобы стать частью России. Хорошо. Но не только они, и Чернигов, и Сумы, и Полтава, и Винница, вся Украина хочет быть частью России. Они узнают, что такое Запад. Они там работали. Кем мы там работали? Я в Греции встречал. Очередь, биржа труда. Горшки выносить у богатых греков. Это вот для этого вырастили в семьи украинские своих дочерей, чтобы где-то они обслуживали богатых людей в Греции, Италии, Испании, Португалии. Работают там в сантехниками. Как у нас, мигранты из Средней Азии. Что для этого космическая нация должна перейти обслуживать Европу. И пособия, и выгоняют, и никаких прав нету. Поэтому они не хотят Европы. Это все пропаганда. И Европе они не нужны. Нужна территория. Подойти ближе к границам Центральной России. И нужен очаг напряженности. Они прекрасно понимают, что так быстро русские не сдадутся. Эта война будет идти долго. Напряженная, гражданская война. И им выгодно очаг напряженности в Европе. На юге есть. У нас как вот, Балканы на юге Европы. Ближний Восток, Израиль, арабы. У нас Кавказ и Афганистан. Вот 4 фронта.
Третьей мировой войны. Балканский фронт пока затишье. Ближний Восток пока спокойствие относительное. Кавказ чуть-чуть затихло. Афганистан может загореться в связи с уходом оккупационных войск. Вот четыре фронта. Но они далеко от Европы. А теперь центр Европы. Потому что Украина граничит с Румынией, Словакией, Польшей, значит, Венгрией. То есть центральная Восточная Европа. Если все это вот будет в напряжении, будет очагом, так сказать, противостояний, будут боевики, будут убийства, террор будет со стороны киевской хунты против русских, будет много беженцев, то есть много будет гореть там все, взрывы будут. Это хороший повод увеличивать бюджет НАТО, США, попытаться выйти из мирового кризиса и поднять на каком-то этапе резко цены на нефть, опустить экономику Евросоюза, Китая, а мы бы, русские, это выиграли бы, цена $200 за баррель, нам санкции вводят, чтобы мы не могли заработать в случае резкого подъема цен на нефть. Вот сценарий. Обрисовали, да. Вот сценарий. Он идет. Сценарий. Скажите, он идет. Если действительно начнется террор, если прольется кровь, должна ли Россия применять силу на территории Украины? Значит, у нас, я уверен, в арсенале российского государства есть целый набор средств, которые позволят защитить русское население и всех желающих на всем протяжении юга и востока Украины без использования вооруженных сил России. Но не случайно 1 марта все-таки глава государства обратился в Верхнюю палату по Конституции получить разрешение на использование вооруженных сил за пределами Российской Федерации. Поэтому нельзя исключать, что они будут использованы. Ну, представьте ситуацию. Танки, КАМАЗы, БТРы, бомбежки, самолеты. Идет массовая гибель русских. В том числе не только вооруженных мужчин, но женщины, дети, старики. Ну, конечно, в этом условии, когда сотни людей будут погибать, и все это покажут нам доблестные, мужественные журналисты, конечно, возможно, нельзя исключать полностью применение вооруженных сил. Когда за 24 часа они наведут порядок, до Тирасполя дойдут, и до Полтавы дойдут, и до Винницы, и станет под угрозой Киев. И это опасно для них, я им об этом говорил, что американцы вас сдадут. Американцам выгодно отношение Москва-Вашингтон, как Грузия в свое время. Вы что думаете, грузины? Америка поменяет вас на нас? Им нужны отношения Москва-Вашингтон. А Вашингтон-Тбилиси, никому это не нужное отношение. Так как Вашингтон-Киев никому не нужно. Поэтому их сдаст и Барак Обама. Для того, чтобы не вспыхнул большой пожар войны. Американцы боятся. Правильно боятся. Потому что мы морду набили Наполеону. Мы уничтожили Гитлера. А американцы вообще воевать не умеют. И вы знаете, вот сейчас у нас, скажем, самолет пропал. Из Малайзии в Китай летел. Да. Был самолет, нет самолета. Вот цунами было 10 лет назад в Юго-Восточной Азии. 300 тысяч погибло. Как мы эту операцию назвали? Пора помыться. Теплоходы тонут. Целые развержения земли. Туда опускаются целые города. То есть сегодня другое оружие. Не ракеты, не самолеты. Вы все-таки шутите вот, с этим. Вот посмотрите, вот остров. А теперь посмотрите, через полчаса острова нету. Поэтому без радиации, без бомбежек, полная тишина. Утром просыпаются люди. Был город, нету города. Вот американцы боятся, никогда не нападут на нас. Но вот подпирать нас с юга, с востока, с запада, а потом еще через Арктику, через Канаду. Канада будет нам там пакостить. С севера. Вот так нам держать в осажденном лагере. Ресурсы огромные, талантливейший, умнейший народ на планете Земля. А развиваться не успеваем. Нужно войска бросать на Даманский, Китай шумит. То Кавказ бурлит, то Афганистан, там Средняя Азия. Теперь на Запад, снова идем на Запад. То есть, получается, нам холодная война, это невыгодно, невыгодно тоже получается. Никогда. Любая война невыгодна нам. Давайте все-таки к мирному сценарию. Давайте, без пожалуйста. Таких апокалиптических картин. Если проводить референдум в юго-восточных областях Украины, как нужно формулировать вопрос? Так же, как это, он был поставлен в Крыму, да, или... Как два вопроса так. Должно стоять для референдума по всей Украине. Первый вопрос. Согласны ли вы на передачу большинства полномочий от Киева в каждую область? С тем, чтобы все вопросы финансовые, экономические, социальные решались на местах. А Киеву оставить только 7 вопросов. Внешняя политика, оборона, финансы, транспорт, связь, энергетика, экология. Все. Все остальное на местах. Второй вопрос. Уже только для жителей юга и востока Украины.
Хотели бы вы отделение от Украины и воссоединение с Россией? И получив такой бюллетень, жители Донецка, Харькова, Одессы поставят галочку. Если за второй вопрос будет большинство, в Киеве должны понять, что надо давать свободу, возможность самоопределиться и присоединение всех областей, где большинство победит за воссоединение с Россией. Если же будет большинство за расширение резкое регионов Украины, когда они будут выбирать сами губернаторов, мэров, глав администрации, направлять будут в Киев только, допустим, 20% налогов, все налоги остаются там, тогда, возможно, сохранится федеративная Украина, где будут максимальные полномочия иметь все области Украины. А Киев, как модератор, как бы как диспетчер, будет получать свою долю налогов, выполнять те 7 функций, о которых я сказал. Вот такой референдум надо провести 25 мая. А уже потом внести поправки в Конституцию, в любом случае надо вносить. И уже в декабре, как это было зафиксировано в соглашении о 21 февраля, провести выборы главы государства, а может быть одновременно и нового состава Верховной Рады. Допустим, если на референдуме люди голосуют за воссоединение с Россией, как мы с вами это назвали, Киев не готов это признавать. Россия должна гарантировать результат этого референдума, конечно, опять же с помощью силы. Да, конечно. В случае, если референдум пройдет и большинство граждан выскажутся за воссоединение с Россией, то в Киеве должны понять, что мы примем все необходимые меры, чтобы воля народа юга Украины, а там не только украинцы, там русские большинство, там есть и греки, и болгары, и евреи, то есть многонациональные, но процентов 70 везде это русское население, то обязательно будет прогарантировано. По Конституции российское государство обязано встать на защиту граждан России или русских, которые высказались за воссоединение. Ну, я думаю, что такой сценарий маловероятен. В Киеве на это никогда не пойдут. Это показывает их слабость и трусость. Возможно. Они боятся дать возможность народу сказать. Мы же дали такую возможность 17 марта 1991 года. И мы видели, как Москва не поддержала сохранение СССР. А все остальные регионы поддержали. А Армения там, и Грузия не участвовали в референдуме, и Молдавия. То есть Мы увидели картину страны. Помните, еще был пример Татарстана. Да, то же самое. Он отказался участвовать в выборах в Госдуму буквально через 2 года. То есть страна огромная, и в разных регионах страны граждане по-разному реагировали на референдум или объявление выборов по новой конституции в новую Думу. Но референдум, тем не менее, был. Был. И он получил большинство. Поэтому живем по новой конституции. В основном благодаря ЛДПР эта конституция была принята, потому что мы единственные требовали от своих избирателей поддержать на референдуме конституцию, иначе кризис бы продолжался. Имеет ли смысл российскому руководству сейчас налаживать диалог, пытаться налаживать контакт с так называемыми властями, которые сейчас находятся в Киеве? Ну, в принципе, по дипломатическим каналам это можно делать. Я думаю, маловероятна встреча руководителей наших, президента или премьер-министра, чтобы встретились с исполняющими обязанности президента, премьер-министра Украины. Но вот завтра в Женеве они встретятся, Джон Керри и Сергей Лавров, и там же будет министр иностранных дел Украины. Дешица. Да, Дешица и представители Евросоюза, там, может быть. Но самое главное, это, конечно, будет отдельная встреча Джон Керри и Сергей Лавров. Вот они выложат карты, что хочет наше руководство страны, на что согласно руководство США. Допустим, нету соглашения. Мы достаем еще козыри. Опять мы смотрим, что Джон Керри уезжает в Вашингтон, Барак Обама собирает свой Совет Безопасности, дают нам свои предложения. Вот так вот путем переговоров Москва-Вашингтон, я думаю, через месяца два мы придем к какому-то соглашению, когда Вашингтон согласится на то, что и юг Украины отходит России, а мы, так сказать, возможно, какие-то кадровые вопросы порешаем. Может быть, мы согласимся, чтобы они получили назад каких-то своих людей, которые временно находятся на территории России, или какая-то другая позиция, допустим, по Сирии, вот, кстати говоря, или по Ирану. Считают, что разменной картой может стать Сирия, вы как думаете? Вот готова Россия на это? Вот сдать Сирию за некие преференции на Украине? Ну, мы не должны так говорить, потому что, возможно, этого не будет, а сирийцы будут волноваться. Но, в принципе, конечно, у нас есть козыри и у них.
Мы можем обменяться козырями, чтобы остаться, как говорится, при своих интересах. Но вопрос экономики. Как опустить экономику Европы и Китая? Нужно цены поднять на нефть. Тогда, видимо, где-то будет вооруженный конфликт начат. Может быть, там же Сирия. А как говорят о том, что цены на нефть будут опускать? Это чтобы ударить по России. Чтобы Россию заставить отдать те козыри, которые есть. И скажут, мы не будем опускать цены на нефть. Никто не будет вбрасывать лишнюю нефть, допустим, в Саудовскую Аравию. Угу. Но нам дайте вот это. Вот это и вот это. Мы должны все взвесить, посмотреть и найти вариант, чтобы в первую очередь защитить русских, чтобы юг Украины и восток вернулись в Россию, и потом, чтобы нашими действиями не нанести слишком большой удар по Европе и по Китаю. Вот и все. И чтобы американцы что-то получили. С Приднестровьем. Им нужно поднять свой авторитет, он у них упал ниже плинтуса. Приднестровье, там только русские. Они все получили русские паспорта. Это создана все была территория Суворовым, когда он шел туда, в Италию, помогать в борьбе с Наполеоном. Поэтому никакого отношения к Украине не имеет. Там живут только русские люди. Там есть, конечно, украинцы, молдаване. Но абсолютное большинство русские там живут. Это все Приднестровье тоже должно войти в состав России. Мы выйдем на границу с Румынией. Это мы как бы частично вернем границы СССР на май 45-го года. Давайте немного поговорим о санкциях. Мы эту тему затронули, но, тем не менее, грозят нам все новыми и новыми ограничениями. Как вам кажется, как далеко готов зайти в этих вопросах Запад? И насколько это может оказать серьезный ущерб нашей стране? Чем больше санкций они озвучат, тем больше ущерб они нанесут себе. Вот сегодня все финансы переплетены. Ну, простой пример. Алмазное сырье мы поставляем в Европу. Накладывают санкции. Ну и что теперь будет? Все гранильные фабрики Европы остановятся? Где они возьмут сырье? То есть очень много транспорт, допустим, получают они, транзит грузов. Значит, какие-то дополнительные сопутствующие детали. Вот возьмите, все Боинги, это огромный парк самолетов. Вот там титан русский в корпусе этого Боинга. Если санкции, а где титан, а где Боинги? То есть чем больше санкций, тем больше ущерб и европейской, и американской экономике. Поэтому они на это не пойдут. Они будут списки делать. Вот я в списке запрет въезд на Украину. Пожалуйста. Что это? Кому это мешает мне? Они сами приезжают сюда. А если к этому Европа, США и другие страны? Хоть куда. Пожалуйста. Может даже в Сочи мне запретить ехать. Я не поеду туда. Почему? Не люблю. Сочи-то почему? Не люблю. Не люблю город Сочи. Не люблю. Не жителей не люблю. Администрацию не люблю. Как и администрацию Краснодарского края. Ну, это я боюсь, сейчас мы уйдем в дебри. Да, в другую. Я как пример говорю, что я абсолютно просто удивился, неожиданно. То есть я говорю о чем? Они будут в личном плане колоть. Угу. Какие-то финансовые операции кому-то конкретно запретят. Где-то наложат арест на что-то имущество конкретного человека. Где-то запрещается въезд кому-то куда-то. А вот сложные, большие экономические санкции, как в отношении Ирана было, Ирак, нанести ущерб стране, на это невозможно пойти. Потому что каждая третья конфорка сейчас в Германии, вот сейчас, там горит русский газ. Как вы его замените? Там уже 10-15 лет и будет дороже. Немцы пойдут на это? Так вся Европа нашим газом. Где 30%, где 20%, где 15%, где 40%. Поэтому все, вся мировая торговля сегодня взаимосвязана. И любые санкции в отношении европейской страны, огромной, как Россия, нанесет в первую очередь удар по ним. Пожалуйста, сократится потребление русского газа за рубежом. Мы понизим цены нашим гражданам за газ и до конца завершим газификацию нашей страны. Мы только повернем все на внутреннее потребление. Например, машины импортные не будут приходить. Будем свои машины производить. Я с удовольствием до сих пор храню Запорожец на даче. Кинешма машина для инвалидов. Старая Волга старого образца. И «Волга», начиненная новыми моторами. То есть мы ничего не проиграем. Есть? Все у вас есть? Да, да. 50 лет стоит «Запорожец». У него еще номера те, хрущевские. Вы стоят. Готовы на него пересесть? С удовольствием. Вы знаете, там лучше. Мне тошно сидеть в «Мерседесе», вы понимаете? Какая-то могила. Сидишь, это сиденье низкое, дорога близко, ничего не видно. Ничего. А «Запорожец» я все вижу. Тарахтит русский мотор, да привыкло наше ухо. Никакие ухабы не страшны. И родное, близко, вышел, хлопнул дверью, пошел. Никто не украдет. Поэтому возьмите наши колбаса.
она же вкуснее. Там же все на Западе искусственное. Посмотрите, клубнику резиновую нам привозят. Вот сейчас она есть, клубника. Из Израиля, из Африки. Резина это. А наша подмосковная? Это хватит вот, совхоз, на всех подмосковных. Совхоз подмосковных. Хватит. Гниет клубника. Обнаглели москвичи. Я их зову собирать клубнику вот сейчас в конце июня. Берите. 10 килограмм собрал, два твоих. Люди зарабатывают деньги, и клубники варят варенье на весь год. Все хватит. Не успеваем собрать. Почему при советской власти студентов направляли? Сейчас давайте направим безработных, пускай соберут весь урожай 2014 года. И то есть свое все хватит. Безопасность. Полностью. И для питания, и для здоровья. Да, Владимир, и в Крым Владимир. Поедем отдыхать. Я буду из Крыма не вылезать буду. Ну и тем более, и если вам в Сочи не угодно. Да, и Ялта, и Артек, и Евпатория, Керчь, Феодосия. Прекрасно. Про Крым сейчас, если у нас останется время, еще поговорим. Давайте о санкциях. Госдума, Совет Федерации, насколько я знаю, в ближайшее время собираются принять решение о целесообразности участия в ПАСЕ. После того, как ПАСЕ приняла решение до конца года лишить Россию права голоса. Не право выступать, а право голосовать. Да. Как вы думаете, нужно ли нам в этой организации участвовать? И вообще, насколько она сейчас, насколько роль ее велика? Много раз ЛДПР, мы, депутаты, члены парламентской делегации, выступали за выход из этой организации. Мы каждый год платим более 22 миллиона евро. За эти 15 лет мы отдали 300 миллионов евро. Это клуб дискуссионный. Вот Европарламент, туда выбирают депутатов, населением. Он принимает законы. Угу. Совет Европы ничего не принимает. Резолюция, которая никем не обязана выполняться. Все. И это они практически засыхали. Они собирались ликвидировать, самоликвидироваться. А тут революции во всей Восточной Европе. Пришли новые члены, новые деньги. Давайте останемся 4 раза в год, 4 сессии по 5 дней. Собираются депутаты Европы поговорить. И никаких решений обязательных к исполнению не принимают. И последние 15 лет в основном 80% критика России. То Кавказ, то вот допустим там что-то там арабы, Афганистан. Вот сейчас Абхазия, Южная Осетия. Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье. Только нас постоянно критикуют. И мы за это платим деньги. То есть никаких прав мы там не имеем. И сейчас нас лишили вообще. Мы до конца года не имеем права голосовать и находиться в руководящих органах. То есть сделали мальчик для питья. А русские, вон там сядьте, сидите и молчите. Выйдите немедленно. И они будут в ногах валяться, просить вернуться. Потому что наши деньги для них это приблизительно четверть бюджета с этой Европы. А останется ли у нас возможность пользоваться ЕСПЧ, таким институтом, как да, ЕСПЧ? Пожалуйста, пожалуйста. И он нам тоже не особенно нужен. Поэтому ничего нет такого, чтобы потеря была бы ощутимой. Ибо это не экономика, это не транспорт, это не отдых. Это просто дискуссионный клуб. Мы можем с вами в рамках Евразес, парламентской ассамблеи СНГ. Есть еще парламентская ассамблея НАТО, есть еще парламентская ассамблея Черноморья. То есть полно площадок, где депутаты собираются почти каждый месяц, все обсуждают, критикуют, говорят, но там нормальная обстановка. Здесь ненормальная в Страсбурге. Поэтому из Совета Европы, парламентской ассамблеи, ЛДПР будет много раз предлагала, и снова будем предлагать уйти оттуда. И деньги не надо платить, и никто нас больше не будет критиковать. Нас там нету. И они рухнут, потому что у них больше в повестке дня других вопросов нету. Остается 5 минут, у нас буквально до конца нашего интервью. И хотелось бы задать вопрос об инициативах ЛДПР. Вот в частности ЛДПР, насколько я знаю, в числе других депутатов, хочет обратиться в Генпрокуратуру, чтобы ведомство проверило действия Михаила Горбачева в момент распада Советского Союза. Расскажите подробнее, с чем это связано и что именно будете проверять? Ну вот требуете сейчас проверить. В связи с обострением на Украине стоит вопрос, как Украина получила все эти земли, как она формировалась. Как получилось, что у нас сегодня 15 государств вместо одного. Ведь Беловежские соглашения не имели никакой правовой основы. В нашей Конституции ни в одном законе нет пункта о распуске государства. Как такого пункта нет ни в одной стране мира. Нигде. Государства могут, так сказать, заявить о своем исчезновении. Но таких сумасшедших нету. Но чтобы три человека, не имеющих полномочий никаких абсолютно, собираются ночью в белорусской чаще и заявляют утром и сообщают в Америку. Больше СССР нету, теперь есть СНГ. Что это такое?
Значит, в марте 96 года мы отменили ратификацию Беловежских соглашений. Практически их нету сегодня. Мы не говорим, что автоматически воссоздался Советский Союз. Но и мы же хотим правовое, чтобы было все. Если сегодня на Украине выгоняют законного президента, то есть пока мы не наведем порядок в нашей истории, не объясним, что Беловежские соглашения были противозаконны, что Горбачев совершил преступление, согласившись на эти Беловежские соглашения, добровольно сдал флаг, страну, кабинет свой. Но он совершил преступление. Мы для чего его избрали президентом? В этом плане мы хотим, чтобы прокуратура и Следственный комитет дали правовую оценку, как это все произошло и кто виноват. Потому что эта история повторяется сегодня на Украине. Чтобы на Украине не было вот таких решений, как сейчас, когда танки двигаются на беззащитных граждан юга Украины, это все связано с тем, что были незаконно совершены эти Беловежские соглашения. Это звенья одной цепи. Надо идти в правовом поле, соблюдать законы и конституцию. Да не будет Беловежья, не будет Майдана, не будет танков под Донецком. Вот это нужно всем. Будет мир, спокойствие, демократия. И не будет хунты в Киеве. И в Луганске будет все спокойно. Владимир Вольфович, в завершении программы, такой, может быть, несколько неформальный вопрос, но, тем не менее, интересный. Я думаю, многим нашим зрителям будет интересно выслушать на него ответ. С чем связано ваше появление в стенах Госдумы? В камуфляже и в берете? И почему в последнее время вообще такая страсть к переодеванию и переоблачению? Значит, я увидел, как Турчинов, исполняющий обязанности президента, Аваков, там, Подруби, оделись в камуфляж. Это было в понедельник. То есть они уже на фронт едут, и им нужно приказы отдавать. Я решил, что, господа, мы тоже можем одеть камуфляж. Притом я реально полковник российской армии. И первый президент мне даже генерала присвоил. Кадровики замотали в Министерстве обороны, как и Гагарину, кстати. Представляете, даже его не пожалели. Гагарин был представлен тоже генерал-майору. И также кадровики замотали, и он погиб полковником еще. Поэтому один раз я хотел показать, что у нас есть свои полковники-генералы в камуфляже. Есть кому приказ отдать, есть чем накормить наших солдат. И есть великолепная техника, такая, которой у вас нету. Чтобы они не думали, что если они переходят к вооруженной борьбе и подавлять население юго-востока Украины, что у них что-то получится. Ничего у них не получится. Ну, раз уж надели камуфляж, готовы ли поехать на юго-восток Украины, чтобы хотя бы вербально как-то поддержать жителей? Конечно. И меня приглашают и в Донецке, и в Луганске, и Харьков, и Днепропетровск, Херсон, Николаев, Одесса. Но просто сейчас, если я появлюсь там, вот видите, депутаты Государственной Думы провоцируют население, подстрекают население к восстанию. В этом плане они были бы рады ухватиться за этот повод. Но я посмотрю, возможно, если будет какая-то ситуация, может быть, я и появлюсь в каком-то из городов юга Украины, чтобы поддержать их морально и помочь им, в укреплении силы духа и усилении сопротивления киевской хунте. А 1 мая всех жду на Пушкинской площади в 12 часов. А с другими костюмами, Владимир Владимирович? Вы то в бабочке, то в каком-то ярком пиджаке. Да. Хотите разукрасить жизнь Государственной Думы? Ну, понимаете, когда человек в одном и том же, серый пиджак, серый галстук, всю жизнь, и шепелявит, и что там по бумажке читает, это отвратительное впечатление. Это однопартийный режим. Это одномерное существо. Я хочу, чтобы люди видели разные костюмы, разные улыбки, разные прически. Вот в этом плюрализм, демократия. Не на улице с танками, а хотя бы давайте в одежде, в наших манерах, в поведении, в стиле, чтобы у нас было разнообразие. В следующий раз оденьте зеленый галстук и коричневый костюм. Исключительно для вас надену. Давайте. Спасибо вам большое за интервью. Интересное на самом деле. Я напомню, у нас в гостях был лидер ЛДПР Владимир Жириновский.